конфлікти у нашому житті неминучі, вони з'являються самі по собі. Як впоратися і дуже влучно вийти з подібної ситуації, дізнаємось від Олександра Казаріна, психолога. Дуже рада вас бачити, пане Олександре. Очі, в нашій студії. Тож, конфлікти. Конфлікти, вони можуть бути кожного дня і з'являються так неочікувано, нібито ми і не готуємося до того, щоб були конфлікти, але вони є. Тож, чому вони з'являються? Ты сейчас сказала очень такую правильно-неправильную фразу о том, что конфликты появляются сами по себе. Во-первых, они сами по себе не появляются. Но так и есть в нашем жизни. Но то, что мы каждый день имеем отношения с конфликтами, это да. Во-первых, давай разберемся, что такое конфликт. Чувствую, что слово это не наше. Вот не русское, не украинское. Ну так, щось таке. Да, вот что такое, да? Щось там є якась. Латынь. Угу. На самом деле латынь, и изначально это вообще обозначало взаимные удары по шлему. Конфликт. Кон, приставка кон, угу. Это, ну, как конференция, вместе, да? Когда мы вместе лупашим друг друга. Это конфликт. Угу. Вот. Ты спрашиваешь, откуда появляются конфликты? Ну, наверное, это естественное в нашей сейчас среде состояние, когда у людей разные мнения возникают по одному и тому же вопросу. И все. Вот это и есть основа конфликта. Поэтому, с одной стороны, конфликт – это плохо, потому что мнения разные. А с другой стороны, разные мнения могут привести к развитию, естественно. Ну, як кажуть, так, в конфліктах народжується істина. Ну, так, можливо. Ой, але, ну, не знаю, чи Юля, вона народжується, чи ні. Так. Не кажуть? Ні, я не думаю, що в конфліктах істина. Но то, що конфлікти служать толчком к развитию, это да, однозначно. А насчет істини, ну, пускай філософи з цим розбираються. То есть, данность состоит в том, что мы каждый день имеем дело с конфликтами. Иногда конфликты большие, иногда маленькие. Конфликты внутри семьи, внутри какого-то рабочего коллектива или класса, если это школьники. Между государствами конфликты. Да даже конфликты внутри самого себя есть. Да? Поэтому, поскольку мы уже имеем дело с конфликтами, надо как-то... Домовлятись. Да, конструктивно их разрешать. Один известный американский психолог, ну, наверное, все его знают, и, по крайней мере, те, которые психологию как-то изучали, Кеннет Томас, мировая величина в конфликтологии, считает, что конфликты вообще не нужно их избегать. Нехай будуть. Да, конечно. Угу. Я, честно говоря, правильно... тоже придерживаюсь. Може, да? Їх вирішувати треба якось, якщо вони виникають, конечно, так? Конечно, конечно. Угу. Поскольку они есть, с этим нужно что-то делать. Поэтому он, кстати, разработал целую систему, как это все делать. Даже тесты есть на поведение людей в конфликтной ситуации. Ну, наскільки ви конфліктна людина, так? Нет, даже не настолько конфликтная, а каким способом ты больше склонен разрешать конфликты. Угу, вот так. Угу. Выделяется пять, традиционно в классике выделяется пять способов разрешения конфликта. Вот мы сейчас с тобой их изучим. Да? Так. Но для этого нужно придумать какой-то конфликт. Конфликт очень, очень просто. Ну, допустим, сидят муж с женой вечером после работы и... Муж говорит, о, футбол сейчас хочу посмотреть. А жена говорит, нет, я хочу какой-нибудь сериал посмотреть. Uh-huh. Да? Ну, казалось бы, мелочь, да? Но тут футбол, а тут сериал. Еще важнее. Да, и возникает не конфликт. Вот то, о чем мы сейчас с тобой говорим, возникает конфликтная ситуация, да? Которая может привести к конфликту, и нужно ее каким-то образом разрешить. Uh-huh. Да? И поэтому есть... Традиционно пять способов. Давай подумаем, каким способом вообще может это разрешаться. Та зараз можна ж подивитись цей фільм. Ні, да, давай начнем. Не знаю, футбола ще не буде завтра. Все, сьогодні. А вот так женщины рассуждают, что футбола не будет. Тут какая-то вот
107-я серия. Уже приготовилась, пиво уже стоит. Жартую, звичайно, не знаю. Ну, смотри, есть вариант. Упертый муж, упертая жена. Да? Ну, то все. И все. Муж говорит, это футбол, я его ждал, это финал. А ты не понимаешь. Да твои вообще сериалы, ничего. Это взагалі. А она говорит, да твой футбол уже задрал меня. Я вот смотрю, в этой серии сейчас все разрешится, кто там кого родил, кто там чьи родственники. А я хотела подивитись. Вот. Я вот хотела смотреть. То и у них начинается. Угу. И такой способ поведения конфликтной ситуации, как бы ты назвала? Ну, дуже гострий і навряд чи він вирішиться. Соперничество, да? Ну, соперничество – это когда люди прут друг на друга. Соперничество, да? Угу. Ну, естественно, ничего хорошего из этого обычно не получается. Не буде. Потому что поссорились, поругались. Вже настрою немає ні на футбол, ні на серіал, ні на що. І взагалі, можливо, ніхто і нічого не побачить. А вот, да, дело в том, что пока не ругаются, там уже забили самые главные мячи, а там уже прошла самая главная деталь в этом. Есть другой вариант, когда такие вот уступки, да, на уступки один человек идет второму человеку. И жена говорит, ну что ж, ладно. Але така ображена. Да, да, я понимаю, я тобі завжди, такое? Я завжди мужики, да, так роблю. Такие. Ладно, смотри свой футбол, да, и пошла обиженная куда-то мыть посуду, да, да. Или вообще в свою комнату закрылась. Вот. Ну, теж не кращий вариант. Не лучший вариант, да. Есть другой способ. Тогда, когда, как у нас скажут, не вашим, не нашим. Ах так? Ну все, викидаємо телевізор. Значить, вообще виключаємо і все. І нічого не будемо дивитися. І тобі не буде футболу, а тобі не буде ніякого серіалу. Ну, звісно, це теж нікуди не приводить. Це у нас третій спосіб був, так? Да? Є четвертий спосіб, він вроді би як такий продвинутий, але з іншої сторони компроміс, так? Да? Вот у нас слово «компромисс», в принципе, такое вроде бы как хорошее слово, да? А компромисс – это взаимные уступки. Кстати, тоже слово не наше, да? Компромисс. Это ком – это когда вместе, а промисс – это обещание. Когда мы даем друг другу взаимное обещание. Вот. Оно тоже, это такой вот вариант не вашим, не нашим, только телевизор не выключаем. Не бу... Значит, трошки есть... подивились футболу? Не-не-не, это не другое. Ага. Это когда футбол смотреть не будем и сериал не будем, а посмотрим мультики. Например. Да якось не дуже, да. Я не знаю. И получается, вроде бы как и что-то делаем, да, вот, но... Не дуже. Ну, не то. То есть это такая... Вот как по мне, это компромисс хуже некуда. Ну, потому что, ну, если есть какое-то открытое соперничество, там хоть можно как-то отношения выяснить, хоть понятно, кто чего хочет. А компромисс – это такое вот затишье перед бурей, да? Вот я там себе подавил, и ты в себе подавила. Вот, и, а оно же вылезет. А оно там есть, оно никуда не денется. И потом... В какой-то момент придется... Ну, есть же пятый способ. О, это же я чекаю уже, нарешті, может, хотя бы один способ будет кращим. Вот. И есть пятый способ, ну, условно, когда учитывается и интересы одного человека, и интересы другого человека. Называется он сотрудничество. Угу. Как вот в данной ситуации, например... От можна розрішити... Ну, я би запропонувала, може, потрошки... Способів багато, так. Потрошки подивитись. Ну, трошки подивились футбол, трошки перемкнули на серіал, знову на футбол, на серіал, не знаю. Ну, якось так. Варіант, так? Так, варіант. По крайній мірі, не обідно нікому. Ну, тут, правда, можна... Вдруг там пропустили. Пропустили. Все пропустили. Діло в тому, що ми ж зараз живемо не в такому обществі, не в таке время, коли один телевізор на цілу вулицю. Правда? Можна до сусіда піти подивитися? Є, можна прийти до сусіду, посмотрели їх сусідки. Або, можна відкрити телефон, планшет там, або ще чого-небудь. Всегда є можливість. Причому можна навіть не виходячи з кімнати, хтось там в наушники. Мало того, можна навіть смотреть і серіал, і футбол, і ще й там, там наші, там ще й общатися в це час каким-то образом. Ну, головне – це бажання, так? Якщо так ми загалом можемо підвести підсумки того конфлікту, який би
розгорівся, угу. то тут головне бажання кожного із учасників його вирішити. Угу. Не стати в позу, так, чи не образитись, так, а мати можливість, мати бажання його вирішувати. Візьмемо ще, можливо, такий, знаєте, я хотіла запропонувати вам ще такий варіант, коли є підлеглий і є ваш начальник, наприклад, угу. так? Да. Ось там складніше, як якось такі конфлікти вирішувати, коли хочеш чи не хочеш, а в тебе є хтось важливіший, так би мовити, угу. так, за чимось. І тобі треба знаходити компроміси і знаходити варіанти, але не так, щоб залишитися ні з чим. Ось такі варіанти можуть працювати? І як треба так зробити, щоб цей конфлікт вирішувався добре? Ну, смотри, дело в том, что всегда говорят, что нужно, чтобы с двух сторон было какое-то движение, да? Ну, например, подчиненные говорят, вот если бы начальник меня выслушал, если бы он понял, что я хочу ему сказать, у нас никакого конфликта бы не было. А так он на меня наорал там и все, и больше ничего. На самом деле это одна из иллюзий в конфликтах. Если вот честно, уже положа руку на сердце, то за конфликт всегда отвечает один человек. Угу. И знаешь, кто это? Ну, то не кто, кто почав цей конфликт. Знаешь, кто это? Кто? Ты. Я? Да. Я так и знала, я завжди винна. Нет, Юль, я в том, я жартую. Да, я знаю. Но дело в том, что не виновата, а ответственность за то, что происходит в конфликтной ситуации, одного человека. Достаточно одного человека для того, чтобы эту ситуацию развернуть. Мы же ждем. Я, конечно, извинюсь, я, конечно, там уступлю, но сначала она должна, да, или сначала он должен это сделать. То есть мы, в принципе, готовы к сотрудничеству, но часто мы не готовы сделать первый шаг. Поэтому достаточно одного человека, который будет, ну, скажем так, неважно, да, умнее, да, вот в данном случае, или, может, не умнее, а ответственнее. Мудрішим, так, в українській мові завжди так казали, будьте мудрішими. Да, даже, может, не умнее, а действительно мудрее. Иногда стоит уступить. Иногда стоит настоять на чем-то. И это нестандартная схема. Всегда в любой ситуации стоит смотреть, какой же способ будет лучше. Иногда реально способ, который... знаешь, вот есть водители говорят, есть УДД, да, вот, такое правило на дорогу. Знаешь, угу. Знаешь, как переводится? Да, уступи дорогу дураку. Уступи дорогу. Вот, однозначно это срабатывает иногда. А иногда нельзя этого делать, потому что дурак себе на голову сядет, и тогда будет. Поэтому неважно, это начальник, либо это подчиненный. Если есть намерение создавать отношения какие-то, то всегда можно выбрать из вот этих всех способов поведения в конфликтной ситуации самый лучший. Мало того, даже иногда соперничество может приводить к конструктивному решению ситуации. Но, опять-таки, если это соперничество основано на том, чтобы создавать отношения, а не разрушать их. Угу. Мы вот, например, с моей женой иногда спорим, конкретно спорим по каким-то вопросам. Вот она доказывает мне свое, я доказываю свое. Ну, и кто правый? Конечно, ну, конечно, она. Кто мудрейший? Це до того. Но зато. Тут, кстати, не важно, кто в конечном счете окажется прав, а важно то, что вот когда выясняется таким образом отношения, то мы начинаем говорить такие вещи, которые раньше, в спокойной ситуации мы не говорим. Понимаешь? Ну, а треба ж почути, треба, щоб вони були. А нужно услышать, да. Ну, вам як психологу це потрібно, але ж є люди, які або все життя на конфлікт ідуть, і це їхня манера, їхній спосіб життя. А є люди, які навпаки, от весь час вони поникли, вони весь час можуть на поступки йти, і ось це теж не дуже добре, тому що одна людина агресивно себе поводить, а інша людина ось така принижена все життя. І з'являється враження, що ні тому добре не буде. Тобто знайти оту серединку якусь, яка би давала можливість і розвиватись, так, і за необхідності відстоювати свою точку зору. І тоді, мабуть, людина буде більш такою емоційною, більш живою, можливо, вона буде зосередженою в цьому житті і взагалі гармонійно зможе жити.
так? Конечно. Тут даже, знаешь, серединка, знаешь, в чем состоит? В том, чтобы не найти какой-то один работающий способ, а каждый раз находить те способы, которые будут самые лучшие в этой ситуации. Если человек привык унижаться постоянно, да, уступать, у него будут проблемы. Если человек привык постоянно подавлять других своим авторитетом, то у него тоже будут проблемы, потому что на любой авторитет либо найдется еще больший авторитет, либо он останется один, потому что люди ж не хотят, чтобы их все время подавляли. Ну так, понимаешь? Звичайно. Вот. Тобто, треба над собой працювати. Да, даже если человек там готов идти на компромиссы, и компромисс – это тоже не спасение. А що тоді врятує? Що врятує нас у будь-якій ситуації? От ми вже розглянули достатньо прикладів для конфліктів і для того, що може бути з нами кожного дня. І це і на роботі можуть бути стосунки, і в родині, і, можливо, десь просто на вулиці. Як ви думаєте, от який оптимальний спосіб, як себе поводити? Звичайно, ми розуміємо, що тут все залежить від ситуації конкретної. І від того, як ви ставитесь до життя взагалі, до будь-чого. Якщо ця людина вам не знайома, то, може, взагалі треба піти собі і навіть не зупинятися, так, не залишатися там. Якщо це близька вам людина і вам треба зберегти з нею стосунки, то тут краще може і розібратися, розкласти цей конфлікт по поличкам і з'ясувати, що ж буде для вас краще, для обох, можливо, в такій ситуації. Якщо це начальник, теж треба дивитися, чи готові ви далі з ним співпрацювати. Да, да, так, так, да. Если, может быть, ты видишь, что ну не та работа, ну с этим человеком, ну попрощайся. Попрощайся, и как бы и не надо портить ни себе нервы. Ни себе, ни людям, как то кажуть, робити гірше. Но есть ситуация, вот, когда это действительно наши близкие люди, есть родители. Ну, тут же ж никуда ты не денешься. Есть дети твои собственные, мужья, жены. Здесь срабатывает железно одно. Я когда-то смотрел интервью Луи Армстронг, вот, и ну, что-то у него там спросили, говорит, что там спасет мир. И он говорит, любовь, мои дети, любовь. То есть, если ты с любовью относишься, неважно там кому, либо к начальнику, либо к подчиненному, либо к детям, родителям, соседям своим. Если ты вот с открытой душой, с любовью, то однозначно найдешь способ, и этот способ будет самый лучший. Ну, на цьому можна і завершити, пане Олександре, справді, золоті слова. Якщо ця людина вам дорога, то ви зробите все, аби продовжувати нормальні, здорові стосунки. І, звичайно, будете любити її далі так, щоб все було для вас добре. І конфлікти теж будуть в радість, а не в розрушенні. Звичайно, ну так і будемо. Будемо намагатися, як то кажуть, не конфліктувати, а жити спокійно, з задоволенням, мати кожного дня радість, і все буде добре. Тож, дякуємо вам, будемо чекати вас ще у нашій студії. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.